Александр Мартынов рассказывает, его отец был судовым механиком. В 1995 году во время своего третьего рейса он погиб. В 1995 году это случилось. Я в то время еще был у мамы в животе, но она была беременна мной, от моего отца. И, в общем, я родился через 3 месяца после его смерти. Корабль назывался Александр Передерий. Он у меня был 4-м механиком после окончания высшей питерской военной мореходки. Ходил, получается, в море. Это был его 3-й рейс. У Любви Беловой во время рейса умер отец. Ну, смерть у него была не связанная с аварией. Но он погиб, умер в рейсе. Вот, не вернулся из рейса. Вот. Через месяц его доставили в Мариуполь, в Киев, вернее. И еще неделю он был на нейтральной полосе. Чтобы сохранить память об отце, она рассказала его историю своим детям. Они знают эту историю, они чтят память. Сегодня они, среди прочих мариупольцев, чьи родные погибли в разных морях и океанах, пришли почтить память моряков Азовья к памятному знаку «Якорь», расположенному на площади воинов-освободителей. Подобный митинг-реквием проходит в нашем городе ежегодно 22 мая, в день покровителя моряков, святого Николая Чудотворца. Посетили митинг и представители городской власти. Что такое потерять близкого человека, ну, наверное, знает каждый. Какая это невыносимая боль, какая это утрата. Как тяжело знать о том, что никогда не увидишь родное лицо. Память о погибших моряках бард Марина Бородина зачитала собственное стихотворение «Реквием» и исполнила песню о море. Сбегаются волны на свет маяков, искрятся и стонут от горя за всех. Не вернувшихся в порт моряков читает свой реквием море. На рейде станут корабли и позовет опять домой дыхание родной земли. И ты, любимый город мой, я вновь к тебе издалека вернулся ветром озорным, чтобы походкой моряка пройтись по улицам родным. По окончанию мероприятия все присутствующие возложили к памятному знаку цветы.